Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Аронец. Я являюсь независимым партнером и интернациональным директором международного круизного клуба In Cruises. А также я очень счастлива и горжусь тем, что я являюсь первым русскоязычным партнером в этом международном клубе. Именно с меня взяло начало построение нашей огромной, успешной на сегодняшний день многотысячной русскоязычной команды со всего мира. Часто наши партнеры задают мне много вопросов и спрашивают: «Ирина, как же все начиналось? Ирина, расскажите вашу историю успеха в In Cruises». Наш дорогой и уважаемый президент и основатель клуба Майкл Хатчесон часто говорит нашим партнерам: «Друзья, смотрите в будущее». Я согласна с этим. Будущее нужно смотреть, нужно ставить цели и их достигать. Но от себя хочу добавить: будущего нет без настоящего и без прошлого. Поэтому я расскажу историю создания нашей русскоязычной команды и историю моего пути в этой компании, а также те достижения, которым мы вместе сегодня пришли. И начну я свою историю с такого посыла для вас. Хочешь стать миллионером, как в нашей компании In Cruises, создавай не только бизнес, но и собственную жизнь. В этом клубе In Cruises мы все живем. Живем тем, что делаем. Живем теми результатами, встречами, достижениями, каждым днем, в котором мы трудимся. И пример вашей яркой жизни в этом бизнесе дает очень большое вдохновение для других людей, которые к нам присоединяются каждый день. Прошло 3,5 года с момента старта моего в этом клубе. На этом слайде, который я взяла из нашего кабинета, вы видите мои достижения и мои результаты. Я являюсь на сегодняшний день интернациональным директором. У меня в команде всего партнеров 39 210, это на этом слайде. На самом деле уже свыше 40 тысяч партнеров, приближается к 41 тысячи на сегодняшний день, 8 сентября 2019 года. В моей команде огромное количество наших партнеров русскоязычных со всего мира. Практически со 160 стран русскоязычные, которые являются из бывшего Советского Союза, люди из этих стран или же эмигранты, мигрирующие в другие страны. И таким образом наша команда набирает обороты каждый день и делает потрясающие успехи. Немножко о себе, откуда я родом. Я родилась в Украине, на прекрасной Буковине, в городе Черновцы. И на этой фотографии вы видите мой родной университет, Черновицкий государственный университет, который я закончила по факультету филологии. И 10 лет я работала учителем в школе русского языка и литературы. Затем, после перестройки, когда у нас был большой кризис в стране, я решила резко поменять свою жизнь, начать с нуля. И, кстати, в моей жизни очень часто это делала. Я брала на себя риски и ответственность, я боролась со своими страхами и начинала свою жизнь с нуля. И в 33 года я поняла для себя, что я не хочу просто жить рутинной жизнью, я не хочу отдавать свои силы и энергию просто для того, чтобы прозябать на тот период в стране, которая мне не могла дать много, кроме хорошего образования, которое я получила. Я решила переехать в Грецию вместе с семьей. И с тех пор уже свыше 20 лет я проживаю в Афинах, в Греции, но на самом деле я живу на две страны уже сейчас, благодаря интернет-бизнесу и благодаря бизнесу In Cruises, который позволяет абсолютно легко путешествовать по миру, жить в любой стране. И именно сюда я за этим тоже пришла,
потому что почувствовала, что я обязательно хочу иметь финансовую свободу. Финансовая свобода – это самое ценное, что есть у человека. Это действительно правда. Очень многие меня спрашивают: «Ирина, как же ты познакомилась с Инкрузис? Как ты узнала эту информацию? Кто тебя познакомил? Кто тебе ее предоставил?» Я вам скажу сразу: никто меня лично не приглашал в клуб Инкрузис. Никто мне не давал никакую готовую информацию. Ее практически вообще не было тогда. Наш клуб стартовал 16 января 2016 года. Ровно через месяц, в феврале, я получила на свой email небольшое сообщение от рассылщика, который рассылал различные письма, и в том числе мне тоже попало такой email, в котором было написано, что открыт международный круизный клуб и был сайт Incruises. И просто вот эта фраза «круизный клуб», которая промелькнула у меня перед глазами, меня магнитировала, можно сказать, магнитом прицепила к себе. Почему? Потому что это не было случайно. Я не была случайным человеком. Я была избранным тем человеком, который должен был нести эту миссию. И поэтому именно мне пришла эта информация. Это я уже поняла спустя некоторое время, хотя до Incruises я работала в разных компаниях, развивала разные компании в интернете и очень всегда хотела именно работать в туризме, именно в круизах. И когда я увидела круизный клуб, я потеряла сон, буквально потеряла сон. 3 ночи я не могла спать, я вставала, я думала, у меня были разные мысли, но в то время я работала в другой компании, в Amazon, которая уделяла 20 часов в сутки. Я имела много там продаж, много клиентов. Я также переводила много тренингов для русскоязычных, которые хотели продавать на Амазоне, обучаться на eBay. И я была полностью поглощена этой работой, но это было не мое. Я не продавец, я не люблю продавать. Просто я там хорошо зарабатывала и как бы думала, что я уже так и буду себе работать. Хотя душа желала чего-то большего, душа желала заняться тем, что мне больше всего нравилось в жизни. И когда мне пришло это сообщение, я просто начала читать все, что могла прочитать. Сайт изучила от корки до корки и не один раз. Все документы, все, что было, все видео. Я перелистала массу информации в интернете, и причем это все было на английском языке. Со мной не связывался никакой спонсор, у меня его вообще не было. Человек, который мне прислал это сообщение из Америки, не вышел со мной на связь и даже никогда не оплатил вход в Incruises. И Майкл Хатчсон тоже не выходил на связь, я ни с кем не связывалась и не пробовала. Я просто тихо, сама собою разговаривала, задавала себе вопросы, на них отвечала. Я изучала тщательно информацию, я начала слушать вебинары Майкла Хатчсона онлайн, и я поняла, что это просто... Ну, действительно, не просто то, что я заказывала всю свою жизнь и мечтала, и желала. То есть иметь туристический бизнес, который позволит мне путешествовать бесплатно, потому что я этого хотела. То есть я хотела зарабатывать деньги в круизном бизнесе, и чтобы при этом я имела возможность путешествовать вот точно так, как в Incruises. Почему я назвала его вначале сказкой? Потому что это действительно было то, что я придумала себе, то, что я визуализировала еще много лет до Incruises, еще путешествуя по греческим островам на яхтах, видя эти роскошные круизы, я смотрела, заглядывала, радовалась на безбрежное, чарующее море и мечтала, вот как красиво, но я хочу тоже так же, я хочу иметь такой бизнес, путешествовать. Это просто была шальная мысль. И тут шальная мысль пришла в виде такого мощного, шикарного бизнеса. Конечно, я не могла уже отойти от этой мысли, и я вставала ночью и изучала, и сказала себе:
У меня нет времени сейчас, но я здесь буду, и я должна что-то с этим сделать. Я должна перевести на русский язык. Наши люди еще не были в круизах практически. Наши люди не понимают, насколько это классно. Вот я должна это сделать. Я могу это сделать, потому что у меня уже был опыт, хотя мой английский не был совершенным. И, конечно, у меня было очень много страхов. А вдруг компания поведет себя неправильно? А вдруг это будет не то, за что она себя выдает, да, не то предложение, не настолько серьезное. Но чем больше я углублялась в материал, тем больше у меня вырастала вот эта уверенность. И я сказала себе, нужно быть здесь и нужно браться, надо что-то делать, надо кричать, надо обо всем об этом говорить. Это шедевр, это фантастика, это возможность, которая даст в первую очередь мне финансовую свободу, о которой я мечтала, даст возможность мне жить в любой стране, но в частности на моей родине, в Украине, бывать, когда я захочу, потому что у меня здесь дом, потому что родительский, потому что мои родители тогда еще были живы, но уже болели очень, и мне нужно было им помогать, потому что мой сын из Греции вернулся, уже последние годы жил на Украине, учился в университетах, и я моталась между двух стран, и именно вот прочный бизнес в интернете давал бы мне эту финансовую свободу. Конечно, я уже 15 лет до этого работала в интернете, именно за этим пассивным доходом и финансовой свободой я сюда и стремилась, и научила сама себя многому, и зарабатывала. Я развивала много компаний, я уже до Incruzes переводила несколько американских компаний, и у меня создавались большие команды, организовывала бизнес, я достигала результатов. Это были компании вначале продуктовые, такая как Serenergy Coffee. А затем я поняла, что продукт это не мое, я перешла в рекламный бизнес. Это компания Banners Broker, которой у меня чек дошел до $1 миллиона и была самая большая русскоязычная команда. Я там первая тоже начинала. Это были компании Edit Network, китайская компания, в которой я за 3 месяца сделала команду 15 тысяч человек и $70 тысяч дохода. И стала вторым международным лидером в мире, и меня пригласили в Гонконг. То есть у меня было очень много интересной предыстории до Incruzes и, конечно, опыт. И вот, как вы видите, я 14 февраля, именно в День любви, День Святого Валентина, приняла решение зарегистрироваться и оплатить полностью вход в Incruzes, $295. Почему? Потому что, вот, абсолютно не сомневаясь ни в чем, я, понимая уже различные маркетинги, видя, насколько это востребованный и самый интересный продукт круизы, да, хотя и не были многие еще в круизы из наших людей, но как бы это, я понимала, что это дело времени. У меня было очень глубокое видение перспективы этого бизнеса. И я начинала переводить сама для того, чтобы моя будущая команда, которой еще не было, я не знала, будет ли она, я только вот чувствовала, что она должна быть, потому что, ну, это просто невероятный материал, это бесценный материал, бесценная возможность, как можно пройти мимо этого, как можно не делиться им с людьми. Я только понимала, что это вопрос времени. И я первый год практически бесплатно по собственной инициативе переводила все материалы. То есть я привела презентации, слайды, я сделала первую презентацию, выставила на YouTube, я сделала первые видео по регистрации, по оплате. Я изучила полностью, кто такой Майкл Хатчисон, Франк Одина, чем они занимались, как они создавали Incruzes, и все это выставляла на YouTube. Я полностью изучила легальность компании Клио и все регистрации и объясняла также будущим моим партнерам, что эта компания легальная и с ней можно иметь дело, и объясняла почему. И все эти видео я выставляла на YouTube, думая о тех будущих партнерах, которые придут в мою команду.
Я взяла на себя огромнейшую ответственность. Почему? Потому что, не имея ни спонсора, не общаясь абсолютно ни с кем, изучая материал на иностранном языке, я брала на себя такую большую ответственность рассказать всему русскоязычному миру об этой компании первый раз, выложить эту информацию в интернет, поделиться, то есть как первоисточник. Первоисточник всегда имеет огромную ответственность. Потому что, может быть, я могла недостоверную дать информацию, а в компаниях Incruises в документах очень было написано строго, что вы должны послать на проверку все, что вы собираетесь создать, или какие-то видео, или свои презентации, вначале на проверку в компанию. Вот, поэтому я создавала эти видео, 7 видео, и потом послала их в компанию. И только после этого Майкл Хатчесон, увидев эти видео вместе с поддержкой, оценил их и написал мне сразу приветственное письмо и благодарность. И так мы познакомились первый раз с Майклом Хатчесоном в феврале месяце 2016 года, когда здесь еще не было никого из вас, дорогие друзья. И я сказала Майклу: смотрите, ваш бизнес настолько интересный, ваш бизнес настолько мощный, я это вижу, я это понимаю, и я хочу поделиться с людьми, которые разговаривают на русском языке, чтобы они тоже могли принимать здесь участие, чтобы они могли попутешествовать, чтобы они могли по выгодным ценам, по доступным, чтобы они могли зарабатывать деньги. Как вы смотрите, Майкл, на то, чтобы мы начали работать с русскоязычным миром? Он, конечно, был в восторге, удивился, что так быстро. Еще совсем практически не было людей, было всего 12 человек в компании, то есть это Майкл Хатчесон, Франк Одина, Абель Приета, несколько американцев и несколько испанцев. Первый испанец Джонатан и Абель. Вот, и я пришла, первая русскоязычная, которая зарегистрировалась из Греции тогда, в тот момент. И, конечно, я хотела еще понаблюдать за компанией. Я также работала еще на Амазоне, как я вам говорила, постоянно было много работы. И я хотела быть 100% уверенной, что все, что я говорю о компании, все, что говорит компания о себе, это правда, и она так и будет работать, прежде чем сюда звать людей. Поэтому я выставляла на YouTube, но я никого не приглашала. Я дала себе время на все это. Но через месяц на моем YouTube увидела информацию, увидела мою презентацию Ольга Артниченко, которая стала моим первым партнером Incruises и которая сейчас уже наш первый миллионер, член совета директоров в компании Incruises. И мы вместе с ней развивали и строили нашу русскоязычную команду. И в этой нашей команде русскоязычной уже 4 миллионера на сегодняшний день. Конечно, это потрясающие результаты. И я очень счастлива, что все, что я тогда думала, что все, что я говорила о том, что это самый лучший будет бизнес, о том, что это идеальный бизнес для любого человека на этой планете, что это бизнес на миллион долларов, и что это райское наслаждение, и что здесь обязательно в компании станут партнеры-миллионерами. И это все уже спустя 3,5 года случилось. В компании уже 7 миллионеров, простых людей, которые начинали так же, как и я, с нуля, но уже создали свои миллионы-миллионы долларов. И за ними идут их партнеры, которые получают десятки тысяч долларов. Поэтому, конечно, я в этом плане очень счастлива, что мое видение и понимание этого бизнеса было 100%. И я хочу вам сказать, что, друзья, на моем примере вы также не должны бояться ничего. Мне было очень страшно, мне было очень трудно, мне было тяжело без спонсора и без информации на русском языке. Но я шла вперед и создавала. Я не ждала никого и не ждала ничего готового ни от кого. Я просто сама делала свои шаги и
помогала их делать будущим моим партнером, созидая все то, что я созидала. А почему? Потому что это именно тот бизнес, именно тот стиль жизни, который я хотела и я желала. И думаю, и вы тоже. И положа руку на сердце, если вы можете себе сказать, что вы можете заняться бизнесом, который вам еще не даст доход, а только даст его в будущем, но вы все равно будете его делать, значит, это тот бизнес, который вам нравится. Я практически совсем не зарабатывала полгода в этом клубе и даже вкладывала еще свои деньги на развитие вебинарных комнат, на развитие командного Incruises Russian канала, который я тоже создала, и чаты. Все это я тоже развивала и создавала для будущей команды. Затем подхватили наши лидеры Ольга Ратниченко, Наталья Колесникова, Роман Дрыга, Юля Мазница, Наталья Шевела, Ольга Иванова, Нелли Плингер и другие-другие многие замечательные наши лидеры, которые сейчас уже зарабатывают очень высокий доход. И мы вместе дальше несли этот бизнес в массы. Через год, чуть меньше, мы обратились к Майклу Хатчесону с предложением, чтобы наш сайт был переведен на русский язык. Он предложил этим заняться мне и Илоне Ющенко. Я уже официально работала в компании как переводчик и также помогала поддержке, внутренней поддержке компании со всеми вопросами, что касается русского рынка. Так я работала на протяжении 3 лет. То есть ко мне писали, звонили партнеры наши с разных структур, из разных глубин, и я всем отвечала на их вопросы. Я сидела, переводила все видео, которые вы видите на сайте, сайт, все документы, которые в кабинете, все презентации, которые делал вам Майкл Хатчесон и Франко Дина на различных мероприятиях. Также переводила курсы в кабинете. В общем, много-много материала, которые вы имеете на русском языке, это все делала я. И, конечно, это занимало у меня массу времени, очень много времени ежедневно, кропотливого труда, который требовало фокусации, концентрации. И, конечно, это не давало возможности мне заниматься по максимуму развитием моих всех ног, веток, для того, чтобы я быстро вышла на все ранги. Естественно, то есть я как бы бескорыстно себя отдала на служение команде. И радовалась, конечно, тому, что наши партнеры добивались очень больших результатов и даже перегоняли меня, и что я внесла свою лепту в развитие и их личного успеха, и их команд, и всей команды, всей компании Incruises. И сейчас я, конечно, уже оставила свою переводческую деятельность, благодаря тому, что у нас уже и Людмила Сузевич, как территориальный директор, этим занимается, и в самой компании уже очень много служащих нанято именно для русской поддержки. И я просто уже попросила меня уволить с этой должности в этом году, потому что я не физически не могу делать и переводы, и все вопросы решать и компании, и команды, и развивать также свой личный бренд и ранги. Но, тем не менее, я счастлива, что поделилась этой возможностью с тысячами людьми. И сейчас я могу сказать вам, тем, которые уже в клубе Incruises, чтобы вы еще раз убедились, что вы в нужном месте, в нужное время, в правильной компании. И тем людям, которые первый раз слышат, я нашла 17 критериев и определений, почему мне нравится Incruises. Хотя я думаю, что их намного больше. Почему мне нравится Incruises? Чем? Первое – круизами. Это шикарно, это классно. Второе – готовый бизнес из дома. Полностью готовый бизнес под ключ, который можете абсолютно в любом месте делать. Третье – бесплатные путешествия. Да,
Компания «Энкрус» – единственная компания, которая дает возможность путешествовать по миру абсолютно без оплаты и в виде вознаграждения. Четвертое. Майкл Хатчесон. Да, мне нравится очень наш президент своим видением, своим умом и своей гениальной идеей, тем, что он создал, придумал этот клуб, и тем, что он развивает нас как лидеров. Это именно пятый критерий мой – развитие лидерства в нашем клубе. Мы растем со всех сторон, и наш уровень жизни повышается благодаря «Инкрузес». Шестое. Возможность увидеть мир не просто, а возможность увидеть мир с комфортом. Мне очень нравится комфорт. Я очень не люблю страдать, хотя это часто в моей жизни бывало, поэтому я и ценю комфорт. И круизы — это именно то. Седьмое. Высокий постоянный доход. Это просто счастье. И восьмое. Финансовая свобода. То есть постоянно, благодаря Инкрузес, я и наши партнеры имеем доход ежедневный, ежемесячный, ежегодный, нарастающий пассивный доход фиксированными бонусами и рангами, что дает абсолютную финансовую свободу, возможность передвижения по миру и возможность жить и работать в любой абсолютно стране. Девятое. Командная работа. Это бизнес команды. Это командный успех, это командный спорт. Мы вместе строим бизнес. И это очень прекрасно, и это легко. Потому что одному очень сложно строить бизнес. Дальше, десятое, возможность реализоваться в этом бизнесе Инкрузес. Вы можете воплотить все свои мечты, все абсолютно идеи, которые вы задумывали. Благодаря тому, что бизнес креативный, бизнес творческий, бизнес интересный, это путешествие, здесь можно творить очень много. И здесь вы можете зарабатывать столько денег, которые позволят вам осуществить любые другие ваши идеи и дела в жизнь, воплотить и реализовать. 11. Уникальность и глобальность. Инкрузес, я всегда говорила, что это уникальная компания, и членство в клубе уникальное и неповторимое. Больше таких компаний и предложений нет на рынке. 12. Бизнес Инкрузес передается по наследству. Любая мать, любой отец хотят именно создать такой бизнес, который могут унаследовать их дети. В нашем клубе это возможность. 13. Руководство клуба. Оно всегда с нами на связи, оно открыто, оно, руководство, президент и другие его помощники встречаются с нами на различных региональных мероприятиях, круизах и, конечно же, онлайн. Это тоже очень важно. 14. Наш бэк-офис, кабинет – это просто чудо. Там есть все, что нужно, и даже больше для того, чтобы вы легко строили бизнес прямо из дома через ваш офис. 15. Открытость компании. Компания действительно очень ведет открытую и прозрачную деятельность. И мы здесь чувствуем себя не просто партнерами, а членами семьи в этой большой компании. 16. Здоровый образ жизни. Круизы предоставляет нам действительно свежий, здоровый, прекрасный морской воздух, и мы всегда, наслаждаясь этим воздухом, дышим здоровьем и накапливаем в себя море позитива от тех развлечений, которые мы видим в процессе путешествия. И живем и этим. 17. Мы делаем людей счастливыми. Да, огромное количество людей уже сказало Инкрузес спасибо и их спонсорам за то, что у нас такой прекрасный бизнес и что они поменяли свои жизни намного-намного лучше и качественнее и стали счастливыми. Это здорово, это прекрасно. И, конечно, я хочу немножечко показать те круизы, в которых я побывала. Я была уже в 7 круизах от Инкрузес абсолютно бесплатно. Это круизы по Средиземному морю, это круизы из Америки по Карибским островам, по Багамским островам, это Дисней круиз, Чудо круиз, великолепнейшие воспоминания, в которых мы были вместе и с президентом, и с нашими лидерами, и с простыми партнерами еще. И действительно, это было сказочно и очень-очень красиво.
Ну и, конечно, самое огромное и самое большое достижение за все эти годы – это моя команда, это наша команда, друзья, с вами. Это наша русскоязычная огромнейшая команда, в которой есть уже большое количество директоров. Ранговые достижения нашей команды вы можете видеть на этом слайде. У нас 7 рангов компании, каждый из рангов директорский, каждый из рангов дает свой фиксированный доход или зарплату, или лидерский бонус. И, конечно, это и $1 миллион, если вы выйдете на последний ранг. Член совета директоров нашей русскоязычной команды, их 4, как я сказала. И скоро будут и другие. Итак, вот она статистика. На данный момент у нас 670 маркетинг-директоров в русскоязычной команде. Эту информацию я взяла у себя из кабинета, потому что я вижу всю нашу структуру, всех наших партнеров до абсолютно любой глубины и ширины. И все количество, кто на каком ранге и сколько. Сеньора маркетинг-директоров у нас 151. Региональных директоров 46, национальных директоров из разных стран у нас в команде русскоязычной 22, интернациональных директоров 18 на данный момент, исполнительных директоров 3 на данный момент, членов совета директоров или долларовых миллионеров 4 в нашей компании. Вот они, яркие звезды, прекрасные. Ольга Родниченко, мой первый и самый любимый партнер. Члены команды из ее команды, которые тоже стали миллионерами, это Салтанат Шаймарданова и Юля Чистова из Казахстана и Белоруссии, и Наталья Шевела из Украины, которые совсем недавно организовали мощнейшие мероприятия, форумы в их странах, в странах, где есть уже большие команды наших партнеров. Это форум в Украине, второй уже по счету, и четвертый раз, когда приезжал наш президент Ingruzes Майкл Хатчесон в Украину. Это форум в Казахстане, в Нур-Султан и в Алматы, который организовала член совета директоров Казахстана Салтанат Шаймарданова. Это Юля Чистова из Беларуси, которая также помогала организовать ее лидерам в Узбекистане и в Киргизстане форумы, где собралась тысячная публика наших партнеров и гостей, которые пришли послушать и увидеть самого президента клуба и пообщаться и поучиться у наших замечательных лидеров. И, друзья, я хочу сказать, что мы просто все с вами потрясающие. Я вам всем очень-очень благодарна за все эти моменты великолепнейшие, которые мы вместе прожили в круизах, вместе прожили на наших различных региональных мероприятиях. И я знаю, что мы с вами сделаем еще очень-очень много, потому что в нашей команде самые умные, самые интеллигентные, самые образованные, самые творческие люди, самые позитивные люди, которые любят этот мир, люди, которые любят быть сами счастливыми и любят других делать счастливыми. И поэтому я с большой любовью в очередной раз говорю вам: приходите в нашу команду, приходите к нашим спонсорам, приходите ко мне. Мы вас всех будем любить, обнимать, обучать, помогать и радоваться вашим успехам. И также мне задали такой вопрос: что бы вы сказали тому, кто был настроен скептически о возможностях бизнеса Ingruzes? Я бы вам сказала: друзья, не тратьте ценное время вашей жизни на сомнения, которые отбирают от вас большие возможности. Поверьте нам, тем, кто уже получил результат, и компании, которая вам дает такой ценный шанс. Возьмите то, что идет к вам в руки, и сделайте себя и своих близких успешными, богатыми и счастливыми. И в скором будущем вы будете благодарить себя, что не прошли мимо нас, за то, что вас познакомили с такой возможностью, и принимать благодарность от других. И мне очень нравятся слова известного индийского философа Махатма Ганди,
которые созвучны с моими, и я думаю, с вашими тоже. Они очень вам будут помогать в вашем бизнесе и в вашей жизни. Ваши убеждения становятся вашими мыслями. Ваши мысли становятся вашими словами. Ваши слова становятся вашими действиями. Ваши действия становятся вашими привычками. Ваши привычки становятся вашими ценностями. Ваши ценности становятся вашей судьбой. Дорогие друзья, я желаю вам написать каждому свою прекрасную историю в замечательном, успешном бизнесе Syncruises. С любовью и признательностью к вам всем, моя команда Ирина Аронец.